Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я куплю полный голпас. Но если точнее, то ребята мне подарили аккаунт с полным голпасом. Я не знаю, что там внутри, прямо сейчас мы все это посмотрим. Но вы, мои подписчики, если хотите, чтобы я подарил этот аккаунт именно вам, прямо в эту секунду поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, поехали. На GG ссылка в описании. То есть, ребятки, прямо сейчас внимательно на все это посмотрите. У меня полностью открытый голдпас до 100 уровня. Да, и прямо сейчас мы узнаем, что же там внутри. Потому что я не знаю, мне просто подарили аккаунт, говорят: Кентуха, держи, это тебе. Давайте смотреть все по порядочку. Ну что же, дамы и господа, я еще раз напомню, пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь. Полетели смотреть, что же там и как там. Давайте, раз, два, три, поехали. Да ты шо? Ну вы наш Танта! Танта Доджу! Охренеть, не встать, ребята! Просто посмотрите, какой же он крутой! Это реально, наверное, самый крутой нож, который мог выпасть. Просто посмотрите на эту малышку, я очень рад. Смотрим дальше. Перчатки? Чего? Перчатки? Охренеть, ребята, какие же они классные, блин. Жалко, что нету, к сожалению, сейчас рынка. Просто, ребят, посмотрите на эти перчаточки. Реально, Лин Флейм нервно отдыхает в сторонке. Так, ребят, смотрим дальше. Также у нас есть куча разных ножей по типу M9 Bayonet и так далее. Но нам все это не интересно. Нам самое главное — это новая коллекция. Так, ребятки, также АВМ Бум. Как мы видим, также есть сезонная награда. Она прямо сейчас уже надета на АВМ. Блин, ребят, ну АВМ Бум, я скажу, хоть это Аркана, да, это очень дорого, это очень красиво, но есть одна небольшая проблема. Ну, как по мне, ну, сильно наляпистым. Но я, например, не люблю аниме. Почему это Аркана с аниме? Я не люблю аниме. Так, смотрим дальше. Также тут есть даже FNFAL Phoenix Rising. Охренеть. Так, ну ладно. Мы смотрим то, что выпало с голпаса. Конкретно голпас, потому что куплено тут 100 уровней. Смотрим дальше. P350 Force Spirit. И тут есть какой-то непонятный сюрикен. Я не знаю, а что это? Давайте снимем, давайте посмотрим. Ну-ка, снять брелок. Что это такое? Какой-то сюрикен. Блин, ребят, прикольно. Слушайте, очень даже круто. Когда я куплю голдпас на свой аккаунт, я однозначно сюрикен надену на мой АВМ Treasure Hunter. Так, ребятки, листаем вниз, и я уже вижу статрек М16. Так, ребят, ну слушайте, ну это солидно. Ну вот это прям очень круто. Я не знаю, как по вашему мнению, как по мне, ребят, но это заслуживает вашего лайка однозначно, потому что выглядит, ну, прям очень ярко, очень красиво, мне нравится, я кайфую. И давайте посмотрим, какого это качества брелок. Брелок это у нас легендарочка. Ну, ребят, ну, неплохой брелок. Ребят, кто шарит в китайском, что тут написано, пожалуйста, переведите и напишите мне. Так, ребятки, смотрим дальше, что же еще интересного тут есть. Есть АВМ и спорты, куча крутых наклеек, но мы, ребята, еще раз повторюсь, смотрим конкретно новую коллекцию. Вау, М60 Грунж! Охренеть, охренеть. Я хочу посмотреть на М60 Грунж. Не, ребят, ну просто представьте, как я буду с этим пулеметом гонять. Не, ну прям, ну это лайк. Тут, пацаны, тут базар ноль. Мне очень нравится М60, это прям очень крутая пушка. Я уже попробовал поиграть немножко с М60, я вам скажу так, это крутое оружие, и в нем реально почти нету отдачи. Так, смотрим скины на дигл. Да, ребята, вот эти вот скины мне выпали с дигла. Ну, слушайте, ну нормально. Ну, что могу сказать, ну, с вас лайк, подписка, потому что, честно говоря, раньше не было нормальных аркан и вообще нормальных скинов на дигл. Сейчас я вижу обалденный скин на дигл, это легендарка, это очень круто. Так, ребят, а теперь давайте посмотрим брелочек. Не мучают брелки такие странные. Charm Secret Date. Ну, чё-то, ребят, ну максимально странные брелки. Я чё-то вообще не понимаю. Апдейт 0.16.0, да и мы поняли. Подождите, а что это было? Мне показалось? А ну-ка, стопэ. Ничего себе, глич-эффект. А я даже не знал. Посмотрите, прикол. А я даже не знал, глич-эффект на 0.16.0. Нифига себе, так это пасхалка от разработчика получается. Так, ребятки, листаем вниз. USP Хамелеон, ну куда же без этого USP? Ну, ребятки, ну посмотрите на эту малышку. Ну, елки-палки, у меня еще плюс одна легендарочка. Да, ребят, слушайте, очень круто. С вас лайк, подписка, но я не могу. Ну, очень крутой USP, но честно, так, между нами, пацанами, чересчур ярко. Ну, ребят, ну чересчур ярко. И какая-то стрекоза, что ты тут делаешь, елки-то палки. Так, ребят, идем дальше. Я вижу М60 Steam Beast. Давайте посмотрим. Кстати, ребята, хоть это и эпик, но посмотрите, какой красивый это скин.
Ля, ну у меня нету слов. Нету слов, потому что, ребята, одни эмоции. Это очень круто и очень красиво. Так, смотрим дальше, что же еще интересненького есть в новой коллекции FAMAS Anger. Давайте посмотрим. О, ребят, ну это какаха. Ну сильно ярко. Ну это прям для пятилетних детей. Ну сильно ярко, сильно ярко. Так, P90Z50 Fujin. Чего? Нифига себе название скина. Блин, а это круто. А это реально круто. Вот прям за это, ребята, прожмите лайк и подпишитесь на мой аккаунт, потому что это очень-очень круто, я в шоке. Так, листаем, ребятки, в самый-самый низ. Есть также K12 транзистор. Да, давайте посмотрим, а что это за скин. Ну, неплохо, неплохо, но лично мне АКР Карбон нравится немножко побольше. Так, ребят, дальше у нас есть M110Z07. Давайте посмотрим этот скинец. Это тоже, ребятки, для M110, потому что раньше на M110, ну, по сути, и не было нормальных скинов. Всего лишь на какой-то M110 кибер все гоняли. И все, да? А теперь хотя бы появились нормальные скины на M110. Так, листаем дальше в самый низ. Посмотрите, как много наклеек. Просто, ребят, представьте, как же дорого будут стоить все эти наклейки. Я вам гарантирую, что они будут стоить прям нереально дорого. Охренеть. Просто взгляните на все эти наклейки. Так, ребят, ну вот, короче, что выпало, грубо говоря, на мой аккаунт с этого Gold Pass. Это полный Gold Pass, ровно 100 уровней. Но также мне еще выпали, получается, помимо нового ножа, еще 5 кейсов. Давайте мы прямо сейчас эти кейсики откроем и посмотрим, а что же выпало-то? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а вдруг сейчас перчатки выпадут? А вдруг выпадает обратно же этот страшный FAMAS Anger? Блин, FAMAS, ну я все понимаю, ну может не выпадать, но, ну я по-братски тебя прошу. Ну пожалуйста, нам нужны арканы, нам нужны перчатки, но никак не... Не, ну это рофл, это шутка такая, 2 раза подряд. Я, конечно, все понимаю, я, конечно, сильно извиняюсь, но, ребят, это перебор. Так, эпик, хорошо, статрек. Блин, не статрек, обидненько. Так, ребят, давайте держим кулачки. А вдруг сейчас еще раз перчаточки выймем? А мало ли, а кто его знает? Легендарка, легендарка. Да ты что? Да ты что? Вот этот крутяк починил. Вот этот легендарка будет стоить минимум, ну, голды 200, а то и 300. Я вам это гарантирую. Так, смотрим дальше. Так, что же нам выпало-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, обратно FAMAS Anger. Ну я уже обрадовался, почти диговая легендарка выпала. Ребят, я хочу посмотреть на этот скин в игре. Просто давайте прямо сейчас с вами взглянем. Просто попробуем с этим ножом немножко поиграть, потому что я хочу его опробовать. Так, карта Сакура, карта Сакура. Новый нож, все, ребят, полетели. Ну что же, ребятки, прямо сейчас мы посмотрим на новую анимацию. Посмотрите на эту малышку. Да ты шо, ну не погано, не погано, ребятки. Анимация неплохая, просто поглажу мой чехольчик. Говорю, ребят, посмотри, как крутой нож там-то. Анимация реально достойная. Так, анимация удара. Нифига себе, сказал я себе. Ребят, ну за это лайк, подписка, потому что этот аккаунт конкретно может стать вашим. Поэтому, ребят, прямо сейчас влепите лайк и подпишитесь на канал Кентуха ПК, мне будет очень приятно. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока!